Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу Ленинградской области проведены проверочные мероприятия по соблюдению обязательных требований миграционного законодательства Российской Федерации на территории Фрунзенского района города Санкт-Петербурга. По результатам проверки проверено на нарушение миграционного законодательства около 100 иностранных граждан. Есть патент, нет патента. Изначально хотя бы так. Какой странный. Сегодня сотрудники управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с иными структурами подразделения Главного управления проведены профилактические мероприятия на строительных объектах на территории Красногвардейского и Василевского района города Санкт-Петербурга, по результатам которых проверено более 100 иностранных граждан, большинство из которых находится на территории Российской Федерации в нарушении установленного порядка.